Несимметричная потеря несущих свойств крыла самолета на этапе выполнения взлета. Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана сообщило о завершении расследования крушения самолета БКР в декабре 2019 года под Алматы. Так, по заключению комиссии, которая расследовала происшествие с Фокер-100, причиной потери несущих свойств крыла, вероятнее всего, явилось влияние наземного обледенения. Именно из-за наледи лайнер после отрыва от земли свалился на фюзеляж и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, где столкнулся с двухэтажным строением. Отметим, в расследовании причин трагедии принимали участие отечественные и зарубежные авиационные специалисты.